В зале картинной галереи зазвучал рояль. Здесь с сольным концертом выступила Алена Маркина, ученица детской школы искусств номер 4. О том, как прошел большой дебют юной пианистки, расскажет наш корреспондент. «По жизни с музыкой» – девиз Алены Маркиной. Бах, Шопен или Прокофьев – их произведения юной пианистки даются легко. Секрет не только в таланте, но и регулярных занятиях и большой любви к музыке. Играет Алена 8 лет, и для нее это уже не просто инструмент. Это мой друг, с которым я могу делиться всеми чувствами и эмоциями. Музыка – это воздух, который позволяет двигаться к своей цели. А сцена – это место, на котором можно делиться этой музыкой с другими людьми. За год Алена стала лауреатом первой и второй степеней 11 конкурсов – областных, всероссийских и международных. Планы на будущее – учиться, получать новые награды и, возможно, самой стать педагогом. Тем более, когда есть пример для подражания – заслуженный работник культуры Московской области Евгения Бурганская. Чудесная девочка, которая себя уже с подготовительного класса показала наряду с прекрасными природными данными, очень трудолюбивой, очень воспитанной, с огромной внутренней культурой. Сама Алена Маркина свою внутреннюю культуру сравнивает с ноктюрном Чайковского. Поддержать юную пианистку пришли ее друзья, ученики детской музыкальной школы номер 4. Айтат Шчирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.